Помните кинофильм «Тюремный роман», где следователь по особо важным делам влюбляется в подследственного, приносит ему пистолет и помогает бежать? Оказывается, так бывает не только в кино, но и в жизни. В советском районном суде начали судить старшего следователя главного следственного управления ГУВД по Нижегородской области Светлану Захарову. Согласно материалам дела, 45-летняя разведенная следовательница влюбилась в 33-летнего грабителя-рецидивиста по кличке Бибер и стала носить ему наркотики. Что удивительно, у зэка есть жена, и во время судебного процесса она и бывшая полицейская держались вместе, как подруги. Скажите, пожалуйста, зачем наркотики приносили заключенному? Я не буду давать подробности. А есть информация, что вы это делали из-за любви к нему? У вас есть информация, вы копаетесь в этой информации. А это так или нет? А чем вас так он воял? Почему вы пошли на преступление за него? Я вам уже сказала, что я с вами не буду разговаривать. Отстаньте от меня, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы сожалеете содеянном? Да. Мне стало известно, что, пользуясь своим служебным положением, следователь Захарова принесла на территорию, ФКУ силу 1 для последующей передачи осужденному Алферову наркотические средства, а также курительную смесь. И на мой вопрос, каким образом она принесла все это, следователь Захарова пояснила, что, занимая достаточно высокую должность, при входе на режимную территорию ее никогда никто не досматривал. Поэтому она свободно принесла на территорию запрещенные предметы. У вас к ним остались на данный момент чувства? Да. Во-первых, мой муж. Да. А вы знали, что между ними отношения? А? Как вы вообще вот к этому относитесь? Неплохо. Ну, совсем не может быть. А у них как так получилось? Ну, так получилось. Вы на данный момент в браке с ним? Да. Вы знаете, что у него остались чувства к нему? Да. И что вы будете делать, как жена? Да, да. Вы одобряете такие отношения? Я считаю, это нормально. Кстати, любимого зэка на суд к следовательнице не привозят. Мы можем показать вам лишь его фотографию. Вот такой вот Бибер. В качестве наказания влюбчивую старшего следователя могут ждать до 5 лет лишения свободы.